Леон. Леон, залип в ТикТоке. Леон, ты что, маме хлопаешь? Ничего себе! Ты маму узнал? О, молодец! Дело в том, что его мама, Тенку, она настояла на его браке с тайской принцессой, с которой Фарис развелся через 4 Леон, года. Леон, прокомментируй данную ситуацию, пожалуйста. То есть все-таки мама, престол, родня, то, с чего мы начали. У него был уже брак, который был брак, он мне сказал, что это вообще его какая-то...